Ну что, друзья, вот и следующий выпуск наступил, да? Аккумулятор зарядился, машинка заводится в аккурат. Я, кстати, в прошлом выпуске вам, когда машина не завелась, думал, ну, сцепление такое прям легкое-легкое. Думал, его прокачивать надо. Сейчас вот нейтральное. Я его завожу. Вот, смотрите, первая. И все. Вот она. Едет. Задняя. Едет. Все круто. Даже не пришлось прокачивать. Все, я в аккурат сделал. Итак, друзья, BMW 520 дизель G31. Сейчас будем менять на ней масло. Вот так выглядит подкапотка здесь. Кстати, камера 380 градусов у нее везде стоит. Но можно сказать, ну, все есть в ней. Все есть. Все прям круто. Но на тряпке. Кстати, я тоже не люблю кожу, рожу. Мне, ну так, сбоку еще как бы можно, но мне больше нравится, чтобы было штоф, да. Такой вот руль здесь. Можно сказать, так-то все в ней есть. Прям все, что в принципе нужно. Такая вот лампа здесь, да. Все, что нужно. Сейчас заезжал в гараж, он мне полностью показывал камеру, где что остается. Здесь яму прям все показывал, сколько, как ехать. Вот, как-то так. Все, погнали. Сейчас будем первое менять масло, а второе передние клёцы заменить. И сбросим с вами еще ошибки. Ой, ну не ошибки, а сервис, ну масло. То, что он показывает на табло. Сервис надо делать. И тормоза тоже показывает менять. Тоже с вами вместе сбросим. Все вам покажу, как это делается. Без компьютера, без ничего, все так. Смотрите, снял крышку, как здесь все выглядит. И даже здесь вот защита стоит перед ремнями. Все, вон там видно ремни. Вот. Даже здесь стоит защита. Масло менять. Откручиваешь. Повешу свет. Откручиваешь вот эту. Вот тут показано open. Вот так. И вот он, этот болт. Менять масло. Кстати, он мокрый, да? Откуда-то чуть-чуть подтекает. Даже здесь защита стоит, смотрите, вокруг двигателя. Ну, это как шумка в машине, прям вообще ничего не слышно. Вот. Тут, смотрите, трубы вот так проходят. Вот. Сейчас я подальше кричу. Вот так. И туда кардан спрятанный под этой. Вот тут видно. Бак, вот он. Вот так. Тут вот лямба зонда. И может блю тоже подключено здесь, скорее всего. Вдвеска такая. Амортизаторы. Также. Масло будем заливать Ликумёли 5W30. Вот такой здесь мановский фильтр. Вот такой он масенький. Вот, защелкивается вот так он. Под болт.
заменить и под крышку новую резинку. Тормозные клёцы будем менять на впереди только и сбрасывать сервис. Вот. Масло здесь, кто не знает, находится вот здесь. Ну, масляный фильтр. Тут вот. Так, ключ здесь 18. Чтобы откручивать этот болт. Вот здесь это мешается прям. Масло черноватенькое. Чуть-чуть облился я. Ничего. Бывает. Можно оставить. Эти крышку открыть. Сейчас еще когда откроем, будем закрыть, вот этот поменяем. Шайбочку вот эту. И сейчас еще я фильтр откручу. С фильтра тоже должно еще политься потом будет. Фильтр головка на 27 здесь. Вот. Потекло еще масло. Вот так вот. Вот так там выглядит. Вот фильтр. Такой вот. Вот с этой пипочкой, как и тут. Масло опять потекло. Как у нас тут внутри выглядит? Вроде нормально. Масло стекать давай. Вроде все чисто там. Все, сейчас я тут все это помою. Резиночку заменю. Хотя старая, она еще, в принципе, нормальная. Но каждый раз комплекты есть, почему-то не поменять. Даже незачем лампочку прицепить. Хотел за капот, а он карбоновый. Так, теперь нам надо правильно засунуть эту пипочку вон в ту дырочку. Вот так. Теперь затягиваем 20 до 39 ньютон-метров. Можно затягивать масляный фильтр от 21 до 39. Вот то, что мы сейчас и сделаем. Все нормально. Так, ну чё, все, заливаем 5,25 литров. По идее 5,25 стоит, погугливал, а мне сказали 6,5, но сейчас залью 5,25 и посмотрим, кто был прав. Субтитры сделал DimaTorzok.
Значит, 6 литров с чем-то походу, потому что здесь сейчас только половина щупа показывает. Сейчас вот смотрите. Не можешь еще и не стекло. Вот. Видите? Как бы вот пол щупа. Но мы можем сейчас в машине тоже проверить. Сейчас я это засуну. Заведем машину снова. Пойдем, сядем в машину. Посмотрим. Мотор Хаба Офен. Так. Мотор. Бремза трепет. Так. Сервис Убершритм, 1500 километров. Теперь нам нужно меню. Вот. Тут у нас идет Райфендрюк. Так. Вот мотор Ольштант. Короче, написано, померить можно масло только где-то через 30 минут при езде с включенным мотором. Лучше измерить, если форцойк стоит, да, машина, то есть стоит нейтрально или П. Або он не мессует, не делает ничего. Наверное, ему надо разогреться или чё. Вот Аблю тут есть, чек-контроль, сервис Бедарф. Ну, как-то так. Ну, тогда сейчас заглушу. Чуть-чуть поработало. Померяю щупом, щуп же есть. Доводчиков нету, кстати. Так, все, сейчас драмкрачу BMW, снимаю колесо и начинаю делать клёцы. Так, открутил колесо. Сейчас откручиваем вот эти вот. Тут, кстати, вот датчик стоит, провод есть. Ну и меняем колодки. Тут на 17 ключ вот тут придерживать, чтобы не проворачивалось. И на 13 откручиваем болт, чтобы резинки не порвало. Вот раз. Так, вот сверху. Два. Вот так вот. Снимаем суппорт. Вот. Смотрите, что плохо. Он не отсоединяется. Так. Вот он. Сейчас свет как-нибудь. Тут нигде железки даже нет. Нельзя прикрепить свет. Вот, видите? Он никак не отсоединяется. Он полностью. И вот идет до конца. Вот. И вот в эту коробочку. Вот сюда, вот в эту коробочку. И все, он никак не от это. А вытащить его отсюда тоже как бы. Потому что суппорт, он стоит там. Сейчас посмотрим. Не порвать бы нам его. Так. Железочка.
Так. Вот он этот провод. Сейчас настроится. Вот. И он уже, в принципе, начал вот тут вот тоже тереться. Вот тут защелкивается. И вот два проводочка тоненькие прям. Ну ничего не порвал, все нормально. Все, а клёцы вот как износились. Износились хорошо, да. Так. Теперь снимаем еще этот. Так вот. Вот сейчас еще. Вот этот тоже в хлам износился. Вот. Сейчас покажу, какие должны быть. Будем ставить от фирмы Bosch. Вот. Вот. От фирмы Bosch. Вот такие они толстые. Сейчас сравнение. Вот, смотрите, этот и этот. Намного прям хорошо износился. Вот там он железочка, а здесь нет железочки. Придется ее как бы вставлять тоже. Ну что, я сейчас ее быстренько тут почищу. И можно одевать. Так, подключи, завести цилиндр. Вот. Так. Да, вот как раз подходит. Вот. Вот прям пипка сюда. Раз ее. Так. И толкаем поршень вовнутрь до конца. Вот он свободно залазит. Не знаю, видно вам, нет. Надеюсь, видно. Вот так вот. Так вот. Вот он залазит. Все, до конца. Теперь откручиваем. Вытаскиваем это, ставим сюда клёцы, защелкиваем, так берешь, надавливаешь их, опа, раз, и они здесь, также здесь, надавливаешь. Давляешь, надавливаешь. Опа. Нижний не попал. Раз, раз. Вот так вот. Сенсор потом просунем. Сенсор вот сюда. И видите еще какое расстояние. А тут она уже терлась. Вот еще сколько расстояния будет. Теперь опять. А, тут же еще железочка стояла. Вот это вот. Вытащить, что ли, сначала. Нормально ее одеть сюда. Такая вот железочка здесь стояла. Вот тут немножечко не подходило. Но мы сделали, чтоб подходило с вами. Все, засунули. Теперь одеваем. Вот так. Наживляем. Тут на 17, там на 13. И закручиваем. Все, защелкиваем
Вот так, все, защелкнулся. Теперь сюда прячем проводочек. Вот так, здесь. И закручиваем с вами колесико. Все, что и требовалось доказать. Две этих поменяли. Кстати, колеса тут на 14. О, на 17 ключ. Так. И замок, тут ключ-замок есть еще. Вставляем замок. Вот он такой ключ. Раз. И закручиваем. Два. Одна сторона готова. Ну, я думаю, вторую сторону я не буду пока, остальное точно так же. Вместе сейчас уже сделаем сервис, скинем на масло и на тормоза. Так, друзья, что сейчас будем сбрасывать? Сервис, масло и колодки, то, что поменяли. Вообще сейчас буду делать все это с вами первый раз сам, еще не пробовал. Вот, нажимаем три раза на кнопку старт-стоп. Раз, два, три. Все загорается. Diagnosis modus active. Нажимаем и держим вот эту кнопку, пока не загорится. Вот. Bremsbeläge. Минус 1500 км. Взять Durchführbar. Все. Нажимаем. А, это надо было это. Мотор взять Durchführbar. Вот тоже. Нажимаем и держим, пока Durchführen. И опять нажимаем и держим долго, пока вот он начал загружаться. Все, 26 тысяч километров. Зелененько. Теперь Bremsflüssigkeit до 2,24. Это бремс, это тормозная жидкость. А машину чековать 26 тысяч. Вот опять тормоза. Минус 1500. Нажимаю и держу. Вот он спрашивает, дальше идти. Нажимаю опять и держу. Все, начал загруживаться. Reset nicht erfolgreich. Почему? Опять нажимаю. И держу. Так, вот так, почему не идет? Сейчас попробую завести, выкатить, потому что я ее как только поменял, еще не заводил. Может, он их еще не видит. Чтобы он увидел, что тормоза все в порядке, отторможусь пару раз и попробую сбросить. Потому что тормоза были сильно изношены. Так, завожу. Включаю заднюю.
открываются зеркала. Показывает, как мне ехать все в круг полностью. Убираю парпляц. Вот, видите, она показывает в круг. Прям как... Где машина стоит полностью. Камера 360, да? Вот, куда я выворачиваю все. Вот, я поворачиваю. И где я буду, да? Вот так вот. Все, ставим парпляц. Руль прямо ставим. И глушим. Раз, два, три. Актив. Нажимаем. Ждем. Опять нажимаем, ждем. Спрашивает. Почему-то не Forked. Ну, короче, не это. Не делается. Странно. Надо будет разобраться, посмотреть. Или компьютером подключаться. Но что-то у меня не получается. Но масло я сбросил. Масло я сбросил. Ну что, друзья, на этом видео заканчивается. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на... про эту машину, как я поменял масло, как вообще, в общем-то, хотя и новая модель машины, меняются тормоза легко. Вот, так что не бойтесь, хоть и новая машина, легко и просто все откручивает, как и на любых других обычных машинах. Все, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, будет много еще видео разных. Так что всем пока, до скорой встречи.